наконец-таки мы снова собрались вместе, покрасили наш шорм, остановили, взяли в руки флаги, вот эти вот прикольные таблички, и мы двигаемся на главную сцену. Да, конечно же, просто напомню, что все колонны, все группы, которые выстрелили сюда, проводят в жизни, будут все пропиты, все они не просто не машет почему-то палочкой своей. Ну что ж, друзья, мы двигаемся дальше. Большое карнавальное шествие. А сегодня здесь, друзья, в Петрозаводске. Гипербарея 2000! Это у нас колонна непонятная. Ребята, встаньте в колонну, это принято делать, да, красиво. Вот, друзья, я напоминаю, что сегодня большое карнавальное шествие проходит по улицам города Петрозаводска. Сегодня большой зимний праздник под названием «Гипермария 2014». И сегодня все участники карнавального шествия дарят вам только хорошие, только добрые и только позитивные эмоции. Возьмите их к себе домой и подарите им своим близким, и я думаю, что все будет хорошо. Ну что, потанцуем пока сами, да? Сейчас сильно. Друзья, вы замерзнете. Мне тут по спутникам передали, что остановка будет на 10. Просто попрыгаем все вместе! Покричим громко что-нибудь! И все, что у вас в руках, поднимем как можно выше! Кто выше всех поднимет, тот приз от меня получит. Знаете какой? Авто! Правильно, авторучка. Молодец, красавчик. Друзья, вы что просто так сидите? Давайте с нами тоже немножечко попробуем. А вам сынка мешает. Как вы могли ребенку сынку такую доверить, да? Родители стоят и все говорят, держит просто. Владимир, мы вас тоже приветствуем. Друзья, давайте улыбнемся этому человеку. Он уже несколько, какой несколько? Я думаю, что очень много десятилетий. Он замышляет, снимает все то, что происходит. Он просто улыбнемся. Большой пальчик, и вот так вот все вместе.
сейчас немножечко попрыгаю. Прыжки выше! Ну и самое главное, да, я считаю, это трёх, раз, открыл ногами, руки и кровь, каждый раз. При этом еще шарики можно отпустить, давайте попробуем. Все легко. А главное, что даже комиссия прошла, но не переживала. Главное, не все, кто помешался. Ну что, готовы? Раз, два, три! Отлично. Ну что ж, мы приглашаем всех вас, друзья. Не стесняйтесь, не бойтесь. Вставайте к нам в команду, потому что здесь действительно весело. Здесь действительно классно. И здесь царит атмосфера добра и самого главного. Хорошего. Встань, давайте просто улыбнемся друг дружке. Что вы мне-то улыбаетесь? Знаете, за... улыбаемся вот сюда все вместе. Давайте улыбнулись. В ответ ладошкой по машине поприлите, тоже улыбнись. Отлично, вот так смотрите, обиделись. Давайте так хорошо улыбнемся, да, тоже ладошкой. Отлично. Ну что ж, друзья, самое главное, драйв, самое главное, позитив. Заряжайтесь этими замечательными качествами. И чтобы вам, хотя бы, да и как хватило, что ли. Не знаю, потому что... Потому что очень скоро лето! Молодец, вы сами понимаете. Уже очень много, да? Задача бабушки. Стоим еще немножко.
я говорю, вообще все поверили! И все почувствовали тот факт, то, что, друзья, у нас не просто же карнавал. Карнавал, который мы посещаем, это единственный момент, который проходит у нас сейчас в России. Кстати, завтра закрытие. Завтра мы узнаем за наш с вами результат. Yeah!
есть. Давайте же покричим и поддержим наших спортсменов, которые сейчас стараются и стремятся к лучшему. В городе Сочи, Россия, вас плохо слышно. Самые ярые болельщики здесь, в городе Петрозаводске. Рюкзак не давит на плечи.